Всем привет, ребята! Вы на канале Sober Vision. Сегодня у нас будет небольшое видео. Не могу с вами не поделиться неприятными новостями, которые произошли с нашим муравьем-бульдогом. Мир Меццей. Что же у нее произошло? Из последнего видео вы помните про этого муравья, что у нее появилось два кокона и оставалось еще две личинки. Так вот, одна из личинок, к сожалению, погибла. Вторая личинка лежит сейчас, пытается закопаться, но к ним вернемся мы немножко попозже. Почему я сегодня решил сделать это видео? А потому что матка, по непонятным мне причинам, все-таки распаковала один кокон. Вот вы видите, что он уже распакован, и достала из него практически полностью сформированного муравья. Ну, даже не практически полностью, а сформированного муравья. Единственное, он не до конца созрел, а созревать ему еще предстояло примерно около месяца. По непонятным причинам кокон был вскрыт, и этот муравей оттуда был изъят. Не знаю, почему она это сделала, абсолютно полностью не понимаю. В итоге у нас остается один кокон, ребята, всего лишь один кокон. А созревать ему еще примерно месяц. С этой личинкой, значит, ребята, смотрите, матка вычистила полностью вот эту камеру от песка. Вот тот, который песок, который вы сейчас видите, этот песок засыпал я туда. Она вычистила полностью эту камеру от песка, песок был на арене, я подумал, ну ладно, если она такая самостоятельная, то пускай. И вот это пускай привело к тому, что одна личинка погибла, она была вынесена на арену, я ее убрал. А после этого уже я засыпал песок, но тем не менее матка как-то неполноценно закладывает вот эту вот личинку. Не знаю, сможет ли она себе сплести кокон или нет, но как-то что-то мне кажется, что она так и не сплетет кокон. И очень будет неприятно, но, скорее всего, у нас останется всего лишь один кокон. Скорее всего, этот муравей, естественно, он погибнет, как мне кажется, и матка его также вынесет на арену. Останется один кокон, а этому кокону созревать еще около месяца. Поэтому не знаю, ребята, сможет ли эта матка с первой кладки поднять своих первых рабочих. Пока ситуация очень спорная. Не знаю, что с ней произошло, что у нее такое, что она неожиданно вскрыла этот кокон. Может быть, там муравей погиб. Она их же постоянно проверяет, ходит, перекладывает. Не знаю. Влажность я поддерживаю такую же, которая и была. Видите, что здесь у меня никаких клещей, паразитов нет. У меня здесь ползают многоножки разные здесь. Хищные клещи. Поэтому вспышек клещей нет. Не знаю, в чем была причина, мне до сих пор непонятно. Вот. Сюда я подсыпал песочек. В общем, будем смотреть и ждать, что же все-таки произойдет с этой маткой. Сможет ли она поднять этих первых своих рабочих или нет. В ближайшее время, ребята, выйдут муравьиные новости. Накопилось много новостей у всех семей, абсолютно у всех семей. Очень много всего нового произошло, давненько вы о них ничего не слышали. Поэтому в самое ближайшее время я сниму для вас этот ролик. Не забывайте подписаться на канал и напишите, что вы думаете про вот этот случай с этим муравьем. Почему все-таки матка его вскрыла? Так, что она сейчас его делает? Облизывает что-то или что она с ним делает? Что она с ним делает, непонятно. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Не забывайте подписаться на канал, поставьте лайк этому видео и всем пока!